Всем здравствуйте. Вот, достал свою старую работу и решил переделать здесь траву. Как раз покажу наклеивание сантехнического льна, каким образом это происходит все. Воду решил сделать как на диораме с мостом. Ну, здесь не стекло, здесь герметик, но сделаю его акриловым гелем. Заодно покажу, как это вообще работает. Начнем мы, наверное, с воды. Берем большую кисть. Найти бы еще. Ладно. Пока я это поработаю. Подкрашивать я не стал акрил. Хотя производитель утверждает, что можно подкрашивать. Если хотите большой объем воды создать, да, лучше два слоя наложить, потому что вот на мосту, где я наложил потолще, он очень долго высыхал, то есть он полимеризовался, все, он стал прочным, но белесость это уходила еще в течение недели где-то. Вообще очень удобно им работать, дает очень хорошую прозрачность, глянцевость, такой натуральный. Герметик, конечно, тоже хорош. В плане, ну, бюджетного какого-то исполнения. Ну вот этот акриловый гель, это просто находка. Я не работал, конечно, с Валехо. Может быть, он тоже там изумительный. Ну, пока вот нашел. Буду пока им пользоваться. И там видно будет. Дает небольшую усадку, поэтому лужи, я думаю, из нее делать не получится, если только в несколько слоев.
Потом то, что по берегам будет, пену прокрасить белой эмалью. Акрилом, мне кажется, не получится. Акрил будет кататься по нему. Потому что поверхность получается глянцевой. Хотя я не пробовал, может акрил нормально будет ложиться. Но на герметик акрил не ложится, скатывается. Гель такой, кстати, продается в Леонардо. Стоит 360 рублей. Есть матовый, есть глянцевый. Это глянцевый. Тут была трава из льна сантехнического высажена на ПВА. Ну я не знаю, сколько она год стоит, работа. Вот трава, вот просто двумя пальцами подцепил, и она отошла. Поэтому буду делать, как я делаю сейчас всегда, я сажаю траву на титан намертво. Не везет с ПВА. Хотя сейчас вот купил вот такой вот, сходил, очень даже ничего листу, вот у моста на 9 с помощью него приклеивал, мне понравилось. До этого был строительный, но вообще он ужасного качества. А вот эта трава, вот это, первый слой, это губку я прогонял через мясорубку электрическую. И он перерабатывает ее чуть ли не в пыль. Единственное, надо с водой, потому что сильно нагревается. Можно сжечь. Ну, может быть, на ЗИСе попробую вот эту вот вещь. Тоже приобрел. На диораме с мостом использовал, по берегам проходился. Достигал эффекта влажности.
А почему решил акриловый гель использовать? Ну как-то, если раньше я мог купить герметик за 150 рублей, то сейчас, приходя в магазин, ну от 230 и выше. Поэтому имеет смысл приобрести или подобный акриловый гель, или тот же Валеха взять за 500 рублей пол-литра. Есть сайты, где за 1000 рублей можно взять килограмм прозрачной полимерной смолы. Если кому будет интересно, я могу ссылку дать. Ну, там уже совсем другое качество воды, оно полностью прозрачное. Можно делать подводные объекты какие-то. Воду сегодня подклеивал. Там было песчаное дно, и вот это песчаное дно, оно отошло вместе с этим герметиком. Да, крайне неприятно, конечно. Ну, тогда, когда я ее делал, был еще молод и глуп. Не знал, что можно, чего нельзя, все делал. Методом проб и ошибок. О, пусть подсыхает. Сейчас следующее видео уже буду делать со льном. Посмотрим, что получится у нас. С мостом, может быть, покажу, как мост сейчас выглядит. Ну, мост вроде всем нравится.